Всем привет, я Даша. Сегодня я буду рассказывать о книгах, которые мне одновременно и нравятся, и не нравятся, и поэтому для меня это будет очень сложно. Начну я с Фэнни Флэг. «Добро пожаловать в мир, малышка». Неплохая книга написана очень хорошим, легким, летящим таким языком. Интересно читать. И вы знаете, я до самого конца не могла понять, о чем все-таки эта книга. О разных отношениях, о карьере, о любви, о тех, кто отрекается от любви, о тех, кто не отрекается от любви, может быть, обо всем сразу. Нет, уже в самом-самом конце, когда я прочитала концовку книги, я все-таки поняла, о чем она, но очень долго я откровенно тупила, и вы будете себя чувствовать таким пассажиром лифта, который потом ездит нецеленаправленно, а балуется. То есть нажмет там то на 9-й этаж, то на 1-й, то на 5-й, то снова на 1-й. И не выходит из лифта, а вот так вот и мотыляется между этажами, так и здесь. Дело в том, что временные периоды, которые берутся для того, чтобы описать жизнь героев, они идут не в хронологическом порядке, а то там это будущее, это прошлое, это настоящее. И вот так вот постоянно, но это ни в коей мере не смущает, не путает. То есть вы понимаете, что происходит, в чем дело. И ну вот сам факт достаточно необычен. Да? С таким я встретилась впервые. Книга, как я уже сказала, занимательная, легко читается, но при этом она слабее, чем, например, «Красный кардинал», другие выдающиеся книги писательницы. Далее я хочу рассказать о нескольких книгах, написанных одним писателем. Это Надежда Попова, серия книг, которая называется «Конгрегация» в одном из изданий и «Инквизиция» в другом. Вот. Этих книг больше 3, но я прочитала только 3. Назову их в порядке, в котором их следует читать. «Ловец человеков», «Стезя смерти» и «Пастырь добрый». Вот тут мне несколько сложнее будет описать свои впечатления, которые, разумеется, могут не совпадать с чем-либо еще. Ну, начну с описания. Как вы уже догадались, книга об Инквизиции. Мы сможем посмотреть на то, что творилось с точки зрения следователя, одного из следователей Инквизиции. Мне кажется, в историческом плане, именно вот в плане достоверности, может быть, я, конечно, ошибаюсь, доверять книге нельзя. Я не специалист по поводу инквизиции, хотя очень наслышана о ней. И хотя в Аргемоне целый первый курс, по-моему, «История магии в современном мире» преподается инквизиция, прямо вот по сторонам рассказывается. Я именно вот на эти лекции, признаюсь, не ходила, я их пропустила. Тем не менее, даже я, человек малоосведомленный, заметила несколько ошибок, скажем так. Уж не знаю, преследовал ли автор цель быть достоверной, но вот такая ситуация складывается. Действие происходит в XIV веке, но об этом совершенно невозможно догадаться. Атмосфера событий передана таким образом, что у меня первое впечатление было, что я знала временные рамки, когда действовала Инквизиция, и тем не менее у меня было впечатление, что это самое раннее, не позднее, самое раннее 19 век. Также я должна заметить, что очень много латыни, очень много, буквально на каждой странице, я не шучу. Это может быть не целая фраза, а всего одно слово, но на каждой странице. Конечно, не в такой степени, как, допустим, в «Войне и мире» французского много, но тем не менее. Меня это ни капли не напрягало, я ничего не имею против латыни, я его изучала в институте,
даже помню несколько афоризмов до сих пор. Кот лицет, кот лицет Йове, но он лицет Бове, что дозволено Юпитеру, не позволено Богу, Аравис, редкая птица и так далее. Я надеюсь, я сейчас не опозорилась. Неправильно что-то произнеся. И поначалу мне даже нравилось наличие латыни. Но чем дальше в лес, тем больше меня это раздражало. На третьей книге я сошла с ума окончательно. Я начинала при виде латыни, а он был на каждой странице, биться головой в стенку и кричать, да сколько можно. И то есть, и конечно, у каждого это может быть восприниматься по-разному, но вот меня это начало раздражать. Это была одна из причин, почему я перестала читать эту серию книг, потому что, как я уже сказала в начале, их больше трех, я прочитала только три. Задумка неплохая, особенно в третьей книге. Вы увидите, если вы любите фильмы ужасов. Вам знаком фильм «Кошмар на улице Вязов»? Если знаком, то вы увидите до боли знакомое имя. Вот, кстати, надо будет мне погуглить, имела ли место быть эта история, которая описывается в этой книге, я не буду вам спойлерить. Как я уже сказала, задумка интересная. Написано очень легко, я бы даже сказала, слишком легко. Однако, что-то мне все-таки помешало продолжать знакомство с приключениями главного героя Курта. И да, действие происходит в Германии, забыла сказать, простите. В общем, что-то меня остановило. Не только латынь. Ну вот, что-то у меня пошло не так. Что-то случилось, что-то произошло. Ну и, как я и обещала в начале видео, я вам покажу кое-что из своих творений. Наверное, будет так нескромно сказать. Вы знаете, они такого очень большого размера, поэтому их очень сложно показывать на камеру вживую. Поэтому я буду вынуждена вставить вот сюда снимок. Я даже подвинусь, чтобы было куда вставлять. Как я однажды и обещала, я показываю результат моей картины по номерам Тадж-Махал, в котором я как-то уже снимала видео, как я открываю посылку. И я должна признаться своей лени, потому что прошел месяц, как я его нарисовала, и только теперь я снимаю, делаю об этом видео. Рисование мне заняло ровно месяц. Я начала 9 июня, закончила 7 июля. Опыт очень интересный, мне понравилось, хотя иголка мне все-таки ближе. И как бы мой совет, если вы будете делать это, рисовать такую картину, будьте аккуратны, то есть когда вы будете закрашивать область номер 4, случайно не замажьте рядом находящую область номер, допустим, 13, и потому что потом, когда вы будете эту область тоже закрашивать и не обнаружите номер этой области на схеме, которая прилагается к набору, вам может быть сложно ее будет найти, чтобы идентифицировать, какую краску замазывать. И вот. Вы можете видеть, немножко топорщится холст, ткань. Я не знаю, как это делать. Я всякое извращалась, даже гладила. Но вот не вышло у меня оформить прям вот идеально. Извините. И еще я закончила вышивать ангела. Я ее вышивала 112 дней, 362 часа. Эта работа очень такая, с осложнениями. Дело в том, что здесь очень много французских узелков, с которыми я не очень дружу. Но вот стиснув зубы и жертвуя пальцами,
Я все-таки их сделала. Я слышала, что в некоторых вариантах французские узелки заменены на бисер. Когда я начинала вышивать, я этого не знала, чего тоже заменила на бисер. Также я вышивала эту картину очень интересно. То есть я сначала вышивала левую сторону, а потом правую. Это как бы немножко странный способ, но я так делала. И дело в том, что очень много ниток мне не хватило, хотя продавец очень-очень проверенный, я не в первый раз брала у этого человека набор, и нитки всегда остаются в излишке. Это не тот случай. Здесь очень много ниток пришлось покупать, и, например, одно крыло белее другого, потому что оно исполнялось не из оригинальных ниток, а из запасов. И там золото с одной стороны, металлизированная золотая нить, она в корне отличается от металлизированной нити другой стороны, потому что оригинальная нить, которая прикладывалась к набору, она очень сильно уходила в желтизну, а найденная мною в магазине нить уходит очень сильно в беж. Она более красивая, но очень сильно отличается. Не уверена, что вы увидите разницу, может и увидите. Вот такое вышло видео. Надеюсь, вы меня тапочками и тухлыми овощами не закидаете. Всем пока. До скорых книг.